Готовы? Да. Кто, на ваш взгляд, лучше организовывает мероприятие, мужчина или девушка? Девушки. А лучше подарок на свадьбу? Конверт. Что вы скажете молодоженам, если их свадьба не окупилась? Это не инвестпроект. Как шуточно называют ваше агентство или вы называете его сами внутри? Овощная база. Тебе приходит пара и говорит, у нас всего 40 миллионов рублей, твои действия. Ищи мост. Как радуется подружка невесты, которая поймала букет лицом, покажи. Отлично. Капучино или вино? Расслабиться, вино, взбодриться капучино. Максимальная сумма продажи первого кусочка торта. 120 тысяч рублей. А придумай название для свадебного агентства, у которого будет 0 клиентов. Лучшее агентство. Поешь ли ты в караоке? Нет. Спасибо. Ваше первое слово на следующее утро после проведенного события. Девочки, ну все-таки с вами долетим на луну. А что делать, если на брюки жениха упала семга? Слезать ее. Хумус, чебуреки или лаваш? Лаваш. Куда попадают ведущие, которые плохо провели свадьбу? Они просто попадают. Клячкин или Ургант? Клячкин. Ургант или Клячкин? Ургант. Юля, если хотят свадьбу в стиле Горькой и предлагают много денег, возьмете или откажетесь? Возьмем, конечно. Весело будет. ТОП-15 Москву – это... Союз профессионалов, которые хотят развиваться. Это боги. Интересная история. Лучший проект 2016 года. Это самые крутые ребята на всей планете. Спасибо!